Всем привет! Меня зовут Арина, и я выпускающий редактор TutorTop. TutorTop — это агрегатор, который помогает выбирать и сравнивать онлайн-курсы. И так как на нашей платформе действительно огромное количество различных курсов от разных онлайн-школ, мы решили составить топ-9 самых классных курсов по Java. Погнали! Java — один из самых популярных языков программирования. Сейчас его используют примерно 10 миллионов разработчиков. Джуниор-специалист получает в среднем 65 тысяч рублей в месяц, а middle — около 130. Примкнуть к этому кругу можно всего лишь за один год, пройдя качественное обучение. Какой курс выбрать, расскажем в этом ролике. И первый в нашем рейтинге — курс Java-разработчик от Яндекс.Практикума. Вам нужно будет уделять учебе около 15 часов в неделю, зато вы закроете целых 5 крупных проектов. За время учебы вы сможете сделать перерыв на один месяц, а по окончании курса компания поможет вам найти работу. На втором месте профессия Java-разработчик от Skill Factory. Ifitevo amazing. Amazing на всех. На втором месте профессия Java-разработчик от Skill Factory. За 7 месяцев обучения вы уже сможете претендовать на джуниор-позицию, если будете уделять учебе примерно 10-12 часов в неделю. А по окончанию курса повысите свои скиллы до мидла. В программе также есть виртуальная стажировка в банке. На третьем месте курс Java-разработчик с нуля от Netology. Программа разработана в партнерстве с Альфа-банком, поэтому выпускники будут иметь приоритет при устройстве на работу. Возможно, даже трудоустройство с релокацией. На курсе создадите сетевой чат для обмена сообщениями, сервис для перевода денег с карты на карту и облачное хранилище. На четвертом месте курс Java-разработчик от Skillbox. В среднем студенты этого курса занимаются от 3 до 5 часов в неделю, а в финале обучения разрабатывают поисковый движок, аналог Яндекса. Skillbox отмечают, что полученных знаний хватит, чтобы начать карьеру Java-разработчика на уровне Junior. Следующий в нашем рейтинге — факультет Java-разработки от Geekbrains. Программа курса строится на основе опыта преподавателей, сотрудников ВТБ, ВК, Ростелекома и других компаний. Занятия проходят 2 раза в неделю, а студенты сделают 4 проекта в портфолио — мобильную игру, облачное хранилище, сайт интернет-магазина и командный проект по своей идее. Следующий в нашем рейтинге — курс Java-разработчик от SkyPro. Программу курса составляли, учитывая самые актуальные требования к Java-разработчикам. Учиться придется по 10 часов в неделю, а в конце вы сдадите 2 итоговых проекта в портфолио. Также школа обещает помогать при трудоустройстве. Следующий в нашем рейтинге — курс Java-разработчик от ProductStar. Вас ждет 60 лекций и 60 практик, но здесь заниматься можно в своем темпе. Дипломную работу предложат на выбор — собственная идея, рабочий проект или проект, который предложит ментор. Это сайт интернет-магазина, финансовый калькулятор или приложение-игра для генерации персонажей. Также есть помощь с трудоустройством и поддержка на испытательном сроке. Следующий курс в нашем рейтинге — профессия Java-разработчик от Hexlet. Надо заниматься от 15 часов в неделю, и будет огромное количество практики, а также 150 тестов от партнеров, благодаря которым студенты освоят базу типовых задач из настоящих проектов. Кроме того, можно взять отпуск на месяц, а как итог вас будут ожидать 5 крупных проектов в портфолио и помощь в трудоустройстве. Завершает наш рейтинг курс Java-разработчик от Nordic IT School. Обучение проходит в группах от 6 до 10 человек, и можно выбрать удобную форму обучения – онлайн или очную. Занятия проходят в центре Москвы. На курсе вы разработаете 2 проекта – агрегатор информации, который собирает данные с разных сайтов, и облачное хранилище, похожее на Яндекс.Диск. А некоторых студентов Nordic IT School приглашает на стажировку в Сколково. На этом все. Ссылки на все перечисленные курсы вы найдете в описании под этим роликом. А я напоминаю вам подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали, оставить комментарий под этим роликом и поставить лайк. Все, пока-пока!